Шымкент – один из самых узнаваемых городов страны. Все знают о южном гостеприимстве и предприимчивости шымкентцев. Это все, что делает наш город узнаваемым для туристов, любимым для горожан. Проще говоря, Made in Шымкент – эта тема была лейтмотивом очередной встречи Печа Куча. Сделать этот шаг и увидеть саму себя, свои страхи, свои проблемы. Ну, наверное, я это сделала. В этот момент пришло такое озарение, что все неудачи – это всего лишь инструмент для того, чтобы прийти к успеху. Надо просто это понять. На встрече 6 спикеров. Первым выступает Сауле Сулеймен, пиар-директор компании «Ладушки», директор концепта «Туран Бренд», писатель, сценарист и представитель республиканского фан-клуба «GGG». За последние годы ее имя стало одним из брендов литературного Шымкента. Ее задача как спикера за 6 минут 40 секунд рассказать о том, как создаются лучшие бренды города и почему творчество стало для нее главной мотивацией в бизнесе. Чтобы создавать бренды, сделать их известными, ежедневно продвигать и развивать. Для этого, как считает Сауле Сулеймен, необходимо ко всему подходить творчески и креативно. Презентация была построена на примере биографии и презентации трех брендов «Ладушки», агентства эффективных брендов и концепта «Туран Бренд». Ну, такой посыл он называется «Творчество как мотивация в бизнесе. Как достичь своей цели». Ну, это на примере своей жизни. То есть, как прожить эту жизнь, как стать брендом, как вообще тут модное понятие личный бренд. И как добиваться успеха, ну, как вообще творить в бизнесе. Бизнес без творчества не бывает. После презентации участники задают вопросы спикеру, как создаются самые интересные бренды нашего региона, как достичь своей цели, сложно ли быть бизнес-вумен и приходится ли жертвовать личной жизнью. И как при этом всегда оставаться на позитиве. Следует сказать, что момент диалога спикеров со зрителями являются ключевыми в формате интеллектуальных вечеринок Печа Куча. Шымкент гордится своими брендами.